День защитника Украины отмечают 14 октября. Торжества в столице начались с молитвы в Софийском соборе. Президент Петр Порошенко с супругой, а также представители всех религиозных конфессий молились за мир в Украине. После чего глава государства принял участие в присяге учащихся военного лицея имени Ивана Богуна. В выступлении президент отметил, что за два с половиной года на Донбассе погибли более двух с половиной тысяч военнослужащих. 280 тысяч украинцев воевали на востоке страны. Из них 260 получили статус участника АТО. 10 тысяч защитников Украины отмечены правительственными наградами, 33 фронтовика получили звание героя Украины. Президент подчеркнул, российская агрессия продолжается и еще долго будет существовать военная агрессия с Востока, но Украина своего не отдаст. Финансирование армии в следующем году увеличат на 14 миллиардов гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с инструкторами и преподавателями 199-го учебного центра высокомобильных десантных войск ВСУ. Глава правительства подчеркнул, что в Украине прекрасное войско и самоотверженные военные, которые в трудную минуту стали на защиту государства. И отметил, что правительство на экономическом фронте будет делать все для того, чтобы Поддержать их и обеспечить армию сверхсовременным вооружением. Российский адвокат Марк Фейгин призвал коллег взяться за дело так называемых крымских диверсантов Евгения Панова и Андрея Захтея. Говорит, готов помогать в публичной поддержке. Панова и Захтея перевели в СИЗО Лефортова. Члены общественно наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова и Ева Меркачева посетили изолятор накануне. На руках Панова и Захтея проверяющие увидели кровавые раны от наручников и синяки. Задержанные утверждают, никаких следственных действий с ними не проводили. А причины перевода в лефор не назвали. Напомню, 10 августа российская ФСБ сообщила о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов, готовивших теракт на полуострове. Объявили, что к этому причастно украинское министерство обороны. Генштаб Украины назвал эти заявления провокацией. Репрессивной политикой назвали в МИДе Украины обыски и арест крымских татар на полуострове. Ведомстве выразили решительный протест в связи с действиями России в Крыму. Она хочет запугать и подавить любые проявления инакомыслия и сопротивления незаконной оккупации, говорится в сообщении. В МИДе потребовали немедленно освободить арестованных крымских татар и других украинцев, незаконно удерживаемых в России. А международных партнеров призвали усилить давление на Кремль. Накануне суд Симферополь в оккупированном Крыму арестовал на два месяца пятерых крымских татар. Они были задержаны 12 октября после массовых обысков сотрудниками ФСБ. По словам адвоката, судья не давал ознакомиться с материалами дела. Во время заседания зал был заполнен российскими СМИ. Фотовыставка «УПА. История непокоренных» ко дню защитника Украины открылась в стенах Минздрава. Это общий проект СБУ и Центра исследований освободительного движения. В экспозиции представлено более полутысячи фотографий и документов из советских и немецких архивов. Они были рассекречены еще в 2007 году, тогда же и создалась основа выставки. Большая часть представленных документов – это внутренние распоряжения, уставы, письма и свидетельства проводников и членов организации украинских националистов, а также украинской повстанческой армии. Бойцы УПА, говорят, боролись за независимость Отечества, не ожидали, что это будет актуальным и в 21 веке.